Здорово, народ! Сегодня у нас конкурс, а точнее не у нас, а у магазина Парамаг. И как вы видите, я держу в руках вот это счастье, это литр жижи от Иноверы. Прямиком из Польши, если я не ошибаюсь. Короче, это табачка с вишней. Место всего одно, и к этому месту, кроме этого литра, еще 10 капеловских ароматизаторов и 10 флейвор-артовских ароматизаторов. Так что побороться есть смысл. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте Парамаг и добавить свой рецепт. Я думаю, вы там сами же разберетесь, как это сделать. Непосредственно по рецепту будет определенный отбор, то ли с нами, то ли без нас, это уже там посмотрим. Но будет отбор рецептов, из которого выиграет только один. Да, вот это счастье все, которое я анонсирую. Вот, что еще, какие условия там, когда будете добавлять, не ставьте галочку «приватный рецепт», да, и обязательно в конце рецепта пишите, что это для конкурса. Среди тех, кто разместит данные рецепты, как раз будет отобран победитель. Самое важное, используйте рецепты, желательно свои. Вы можете адаптировать рецепты с английского языка. Можете, конечно, брать и из пабликов, да, но самое важное, чтобы этого рецепта еще не было на Парамаге. Ну и, естественно, если вы откуда-то просто скопировали рецепт и вставили его, то ваши шансы на успех понижаются. Если вы там что-нибудь адаптировали и изобрели, ваши шансы на успех повышаются. Ну, в общем, мы там уже в итоге рассмотрим, кому достанется, но желательно потрудиться. Короче, данный конкурс будет проходить где-то месяц, но не менее 2 недель. В итоге следите за новостями у нас в группе и в группе Парамаг, чтобы не пропустить победителя, а вдруг им окажетесь именно вы. А на этом все. Спасибо за просмотр. Участвуйте в конкурсе и ждите свой литр Иноверы. Пока.